Житель Караганды сегодня днем взял в заложники гражданскую жену и собственную дочь. 3 часа он угрожал им ножом, пока его не обезвредили бойцы спецподразделения. О том, что в квартире что-то не так, сообщили соседи. За дверью кто-то громко скандалил. Когда приехали полицейские, мужчина заявил, его 21-летняя жена и их 2-летняя дочь в заложниках. Никаких требований при этом дебошир не предъявлял. 3 часа его уговаривали отпустить перепуганных близких. В итоге квартиру пришлось штурмовать бойцам «Орлана». С молодой женщиной и ребенком сейчас работают психологи. Они жутко напуганы. Мужчина их не ранил. Сам 24-летний подозреваемый, оказывается, был в наркотическом опьянении. Ему теперь грозит до 3 лет колонии.